Ну, говоря о Борисе Натановиче, то есть действительно мы потеряли, помимо того, что великого писателя и как бы фигуру, которая объединяла весь российский фэндом, мы потеряли также редактора вот одного из немногих журналов фантастики. Где давали дорогу молодым. Где давали дорогу молодым. И одного из немногих гонорарных журналов вообще у нас вот в российской. А, то есть здесь еще и платили за публикации. Да, ну, то есть вот у меня, собственно, была одна из первых, по-моему, третья публикация бумажная вот именно в этом журнале. И, собственно, то есть сейчас... Нет, вот закрылся еще один журнал, такой же журнал «Если», который, вот их, собственно, было два журнала в России, которые публиковали только фантастику, профильных журнала. И сейчас тоже под вопросом судьба Полдня, потому что... Он держался на следе Стругацкого, и сложно сказать, вот что... То есть я сейчас читал так комментарии людей, которые причастны, там Николай Романецкий, Дон Перушин, пока ничего они не говорят про судьбу журнала. На самом деле, знаете, так как во многих случаях, там ситуация сложная с Полднем, потому что Стругацкий... Как во многих случаях ситуация с Полднем достаточно сложная и непростая. Она такая, ну, скажем так, и интрижная во многом. Стругацкий был как бы главным редактором, и он вроде бы утверждал. Мы на самом деле также созвонились с Николаем Романецким, который обещает, что журнал «Полдень 21 век» будет выходить и дальше. Он уверяет, что существует миф, как будто бы Стругацкий был таким свадебным генералом, а на самом деле не читал все вот эти. Он читал все. Он говорит абсолютно все, что выходило в журнале. Он давал добро, так и не выходили. Угу. Потому что кроме него там есть прослойка людей, которые все равно вот интриговали, фильтровали свои какие-то интересы. Ну, это обычная история, когда складывается какой-то достаточно большой коллектив разноплановых людей. Увы, это просто, может быть, вот об этом не принято так говорить, но это правда, это почти везде существует. Так что вот следопытий нету сейчас, потому что там, ну вот один я занимаюсь разделом фантастики.